Приветствуем снова всех на трансляции на внутреннем турнире по киберспорту холдинга Т1. Good luck, Т1, have fun, называется турнир сезона весна 2024. Пару слов о холдинге Т1. Это инновационный партнер IT-бизнеса. В его портфеле весь спектр цифровых решений и услуг для максимизации эффективности бизнеса. Сегодня холдинг Т1 — это множество кластеров и более 16 тысяч сотрудников, что делает его крупнейшим в российской IT-отрасли. В состав холдинга входит кластеры Т1, Иннотех, Дататех, продукты и партнерства, а также мультикарта. Всего у нас получается 8 дисциплин, в которых соревнуются сотрудники Т1 на внутреннем турнире. Это Counter-Strike 2, Dota 2, Лига Легенд, Мир танков, PUBG, Hearthstone, Apex Legends и Valorant. Эти 8 дисциплин Лиги чемпионов бизнеса, поэтому отметим, что сильнейшие команды и игроки будут представлять холдинг Т1 в весеннем 12-м по счету чемпионате ЛЧБ. В дисциплине Dota 2 принимало участие в общей сложности 11 команд. Эти команды сыграли групповой этап и определили участников плей-офф. 1/4 финала мы смотрели в прошлые выходные, и сегодня у нас на трансляциях на первом и втором канале, соответственно, полуфинал, который мы уже посмотрели, и сейчас матчи за третье место на нашем канале, и гранд-финал, соответственно, на втором канале будет транслироваться. У нас в матче за третье место будут играть команды Борщ и Крипер. Ну и совсем скоро мы уже узнаем, кто же все-таки займет третье место. Пики на первой карте начинаются потихоньку, так что давайте будем прыгать туда, ну и посмотрим на данное противостояние. Так, и что тут у нас интересного? Давайте посмотрим по драфтам. Крипер уже открыли Свингис, Кинга и Марси. Т1 тем временем показали нам Кунку и Вич Доктор. Сейчас третий герой будет добираться. По банам мы не увидим Сларка, Магнуса, Шамана, Дровку и Лайфстиллера. Т1 же, в свою очередь, выключили из игры Террорблейда, Гримстроука, Дума, Кентавра и Луну. Сейчас думают над третьим персонажем. Вполне возможно, увидим сейчас какого-то Кора. Может быть, откроются, конечно, с саппорта, но поглядим. Напомню, что Т1 Борщ команда проиграла в полуфинале коллективу Сухарики, а команда Крипер проиграла в сражении с командой Ready for Revenge. Ну и сейчас эти два коллектива будут сражаться между собой за третье место непосредственно. Пикается ли он? Сейчас появляется еще один саппорт, и сразу же сейчас еще одного героя нам покажут. Команда Борща, ну и кто же это будет? Стоит отметить, что открылись они на первом пике с Кунки, довольно-таки нестандартное решение, значит, они рейтят этого героя. Вполне вероятно, что это медовый Кунка, но может быть отправят и на позицию тройку, да, на оффлейнера. Ну и давайте поглядим, что сейчас у нас будет пикнуто четвертым персонажем. Вполне вероятно, что это будет Керри, и это Урса, да. Точно, это Урса для команды Борща. Ну и линия у него здесь будет, скорее всего, Сент-Кинг Марси, я думаю. Может быть, Сент-Кинг Винга, может быть, Марси. Это вообще кор, что очень навряд ли, конечно, но допускаем такую возможность. Так, ну и чем же на это ответит? Линия у нас получается либо ВД Урса, либо Леон Урса, и нужно сейчас подумать, как эту Урсу закрыть. Какого героя первой позиции можно пикнуть? В пуле, кстати, остается Дестройер, которого, как мы заметили у нас на турнире, довольно-таки сильно коллективы рейтят. Так что вполне вероятно, сейчас появится Дестройер. Но вообще герой на самом деле очень хорош. Против Урсы и против остальных героев, нет, появляется у нас все-таки Вивер. Вивер — это позиция, скорее всего, первая. Это, скорее всего, Керри будет. Убирается Дестройер, вот, кстати, про которого и говорили, но его убирают, получается, Криперы. Дестройера мы не увидим. Убирается также Пак. Ну и сейчас проходится по миду, потому что вполне вероятно, что для двух коллективов здесь остались именно мид-герои. Скорее всего. Так, ну и что можно добрать, если так подумать, кто есть в пуле? Какой-то условный спирит может залететь, да, там Шторм, Эмбер, Войд, спирит имеется в драфте, Тимбер в бане, танк забанили Пангольера также, ну и сейчас
последний бан от Крипер, ну и увидим уже героев пятых в каждую команду. Так, ну, скорее всего, сейчас тоже от мидера избавятся. Кого-то уберут. Квапа. Квапа, в принципе, герой тоже хороший, мобильный. На мид, скорее всего, бы неплохо постоял. Ну и сейчас очень важно, чтобы матчапы были не проигрышные для одного и второго мидера. Ой, кстати, гирокоптер появился. А это интересно. Почему? Потому что либо это мид-гирокоптер, что, ну, вызывает такие сомнения. Либо это вивер. Ну, Марси, не знаю, можно, конечно, и Сент-Кинга поставить на мид при большом желании. В общем, интересно будет поглядеть, кого возьмут. Но мы видим, что у команды Creeper задаток очень хороший на лейт-гейм. И вот Борщуба нужно сейчас подумать над этим, потому что Урса как будто бы этого героя будет недостаточно для борьбы в поздней игре, потому что физ ДПС будет исходить только от Урсы. Вполне вероятно, Кунка будет выходить в контроле магический дэмэдж на третьей позиции, поэтому на мид что-то нужно такое взять, надежное. Может быть, какая-то даже темпларка зайдет, может быть... Кстати, инвокер есть в пуле до сих пор, да, его не пикали. И последний герой — Слардер. Удивляют ребята, и это значит, что Кунка мид, Слардер тройка, и Урса, соответственно, пойдет на позицию керри. Хороший мув, мне кажется. Почему? Да из-за того, что Слардер с ультимативной раскрывает вивера, да, инвиз его. Кунка, в принципе, неплохо должен постоять на центре. Неважно, против кого он там будет стоять, будь то гирокоптер, будь то Марс, будь то Сент-Кинг. Сент-Кинг, кстати, будет тройка, Дренор уже его себе забирает. Армак саппорт Марси. И да, гирокоптер на центре для К-52. Ну, если в целом брать здесь драфты и пытаться их сравнивать, я бы, наверное, все-таки отдал свое предпочтение драфту коллектива Дайр. Нравится Слардер, нравится Кунка, а для Крипер немножко смущает гирокоптер. Ну да ладно, посмотрим. Опять же, в любом случае здесь не стоит гадать, стоит лишь наблюдать за игрой. Ну и поехали. Команда Борща против Крипер, матч за третье место. Ставится пауза у нас, сразу же залетает такая подготовительная. Секунду просит Слардер, проблемы какие-то, судя по всему, у него с мышкой. Видимо, какие-то технические неполадки. Так, енотик-цапальщик. Сегодня у него не пошло, если честно. В первом матче, который он играл против команды Ready for Revenge, исполнял он, получается, в первой карте на антимаге, во второй играл на лайфстилере, и что-то как-то у него не клеилось совсем, много было смертей. Посмотрим, что он в этом матче нам покажет. Но надеемся мы на равную красивую доту. Парни, вы готовы, спрашивает зомби Дабалатория. Я думаю, что тут все готовы, все максимально заряжены. Гомит 5x5 енотик зовет на руках. Да, ну и все это нам пророчит интересную карту, да и в целом данный матч. Но тут уже команда, получается, отказалась борща. Говорят, что мы трусы, ну, вообще, да, они не пошли на мидл, они пошли сейчас обходить через нижний лес, так план капкан, возможно, какой-то будет. Но, кстати, коллектив Крипер тоже не пойдут на мид. Они нажали смоук и обходят через верхний лес. Да, видимо, это такое, больше вброс, да, проверка. Ну и в итоге две команды попытались обыграть друг друга, но с их мувами ничего не получилось. Кстати, очень хороший сейчас момент. Ой, здесь, по-моему, спалились, да? Смотрителя забрали. Поднимаются на хайграунд, К-52. Тут же словил стан, так его сейчас убьют. Гирокоптер отходит, успевает выжить. Пошел здесь фокус по Бладсмайлу, откидывает его хорошо под тавер. Погибает Сларда, это первая кровь. Можно идти дальше, 4 в 5 сейчас будут сражаться Борщ. Нужно как-то
убегать, но Пакмана подцепили, стан на последнем пикселе, и убивают также Вич-Доктора, еще и Урсу, а прокидывает Армак через себя, и на прогиб кинули Гилса, забирают его, 3 килла в начале карты, вот так бойня здесь случилась, и хорош, пишет енотик. Так, зомби до Балатори будет стоять, получается, на Кунке против Марси. Получается, вот такие вот здесь перестановочки случились. Армак, если я не ошибаюсь, играл на саппорт позиции в прошлом матче. Да, он играл на саппорте, и вот теперь его отправили на Марси в центр. У нас небольшие перестановки, видимо, по ростеру у команды Крипер случились. Ну, посмотрим. В принципе, матчап для него здесь неплохой, мне кажется. По идее, не должен он против Кунки сильно страдать. Так, ну и Кей-52 будет отыгрывать на гирокоптере 4-й позиции. Через баражи, через ракетки. Это нам уже знакомо. Уже воспринимаем как обычное стандартное явление, да? Армак. Первую пачку, кстати, один крип всего лишь у него в копилке. Пока что не клеится с крипстатом. Но здесь еще Кунка дальненько динает. Перекидывают сейчас, кстати, Кунку через себя. Армак нужно было, наверное, подблочить, но не хватает здесь ему, чтобы зайти за героя и заблочить. Так, енотик. Енотик в боте, Слардер Леон. Против него сильная линия, причем на 6-м уровне будет вообще очень напряжно стоять Виберу. Да, постоянно будет его просвечивать. Погибает, кстати, Кей-52 на топе, на гирокоптере. Его отправили в таверну. И Урса затыкал, причем на 2-м уровне, на удивление, хватило урона. И енотик в боте погиб. Да что ж такое-то? Пропустили этот момент, ну и минус также по Венге. Да, Клубс отправился в таверну также. И вот они, первые ответы от команды Борща на данную агрессию в начале, когда еще на рунах они втроем погибли. Потихоньку вот сейчас выравнивают ситуацию по фрагам. Так, отпуливает, я так понимаю, здесь Вич-Доктор. Попытается здесь как-то, может, с биг-компом справляться. Так, пошел фокус по Санкингу. Здесь стоит Центриак, Дренор под Меледиктом, Гиос. Но на него уже не будет нападать. Так, ну большой кэмп не заблочен. Точнее, он заблочен, но крипы здесь пока что стоят. Кей-52 пытается стакнуть, хочет выпулить. И, ну, неплохо. Ренджа выпулил, плюс милишника одного. Да, лишил Урсу лишних крипов. На центре по крипам проседает сейчас Армак. В 3 раза у него почти меньше крипов. Ну и сейчас нужно как-то исправлять ситуацию. Уверенно качаться. Так, зомби Дебалаторик столову поставил себе Рейнианс Квикбай. То есть у него будет фейзы и рядик. Такой магический билд, мне кажется, планируется. Так, Армак прыжок на зомби, но, блин, этого Кунку вот с 2 брусками, ну, как-то очень сложно пробивать. Еще и постоянно эти тайтбрингеры влетают тебе в лицо. Конечно, неприятно. Погибает у нас на топе Пакман, прыжок также на Дренора. Убивают его тем временем на боте. Спраги здесь по саппортам. Енотик-цапальщик зацепился с Бладсмайлом. Ну и, кстати, можно убить Слардера сейчас. Там жучок на нем сидит. И Шукуча минус 2 для енотика. Отличный даблкил. По итогу снова команда Крипер выходит вперед по фрагам. Так, на Урсе Гиос имеет сейчас 18 крипов. Ну, кстати, это меньше, чем у Сен-Кинга, на удивление. То есть Дренор здесь очень-очень комфортно стоит. Вполне вероятно, что у него будет фаст Шива, потому что быстрая сейчас, быстрый дискорд приедет. Тем временем Пакман, кстати, выпуливает, но это кэмп одинарный. Поэтому не очень, конечно, получился выпул, но ладно.
Так, пошла ракетка, но навряд ли здесь, конечно, что-то придумают. Так, просто пробивочная. Тем временем на боте Бладсмайл сейчас может погибнуть. Размен будет на Вингу. В таком случае енотик убивает его. Ну и еще и с Леоном можно похитаться. Енотик-цапальщик. Пятый левел. Ну и мы прекрасно знаем Вивера, который сноуболится на линии на топе. Минус Пакман, минус Дренор. По всем просто лайнам происходит экшен. Не успеваем мы переключаться. На сайдах только так киллы происходят. И единственная пока что линия без убийств — это мид. Но здесь обоим героям сложно как-то друг друга пробить. Единственное, вот у Кунки сейчас шестой левел. И еще пару тайтбрингеров можно сдать и уже попытаться Армага как-то за корабль пробить. Но у Армага единственное, что имеется ботл, поэтому будет тяжело. И Марси, кстати, тоже шестой левел сейчас берет. Да, Вивер, который на линии сноуболится и имеет много киллов, это очень опасный герой. Способен делать кучу фрагов. Он это 100%. Так нападает сейчас Армаг на зомби. Но тут полетит корабль, подходит К-52. Пошла ракетка, но далеко, очень далеко под Таур. Чуть-чуть бы пораньше К-52 вышел, было бы круто. Но пока что не получается. Так, на боте клуб сейчас может убить Лардера. На самом деле нельзя так агрессировать, потому что Вивер тебя под жучками очень сильно будет пробивать всегда. Так, ну и Леон пол хп. Транквилла есть, если что, отхилится. Да, очень такое динамичное у нас начало на первой карте. Очень много киллов происходит. Все на лоу хп постоянно бегают. На топе, на Дренора. Сейчас будет нападение. Полетела каска. Еще пару тычек. Одной даже хватает. Дренор отправился в таверну. Это Гилс набирает превосходство. 4-1 у него сейчас счет. Очень комфортный для него матч. Такс, погибает сейчас зомби на центре. Клуб с тем временем погибает в боте. Так, Мявол пытается выйти. Отходит пока что енотик. Тычка последняя, добили его. Минус по енотику. Бладсмайл лоу хпшный пока что отходит. Ну и дабл килл. Вот тебе и килл по енотику. Подставился и на крополях убили. Но тут опасно было, на самом деле. У Вивера еще был ульт. Зомби тем временем подходит на ботом, нажимает крест. Сейчас будет проказ по Марси. Армаг отправился отдыхать. Скорее всего, Марси зря сюда пришел. Да, очень много фрагов делают на топе тем временем. Килл по Пакману, он К-52. Но Гейл сейчас отомстит, скорее всего. Да, добивают. Добивают его и... На боте зомби, кстати, остался тем временем. Так, давайте откроем нетворсы. Тут с таким экшеном даже про нетворсы забываешь. Кому интересен этот нетворс вообще, когда столько киллов происходит, да? Вообще на втором плане. На енотика здесь опять пингуют, только пришел на линию. Ну и нам еще в начале команды в общем чате дали понять, что нас ждет бойня, так сказать. Так, клуб с тем временем даже транквилов пока что не имеет. На топе погибает сейчас Пакман. Отправляется в таверну Дренор, также Гиас свирепствует тем временем. Погибает. На боте Венга, Бладсмайла можно получится разменять как-то, но тут уже опасно на самом деле, потому что есть шестой на непосредственно Слардаре. И вот такие тычки залетают под копток. Енотик чуть не погибает сейчас. Успевает нажать Шукучи, Бладсмайл отправился в таверну. Тут еще зомби подходит. Полетел крест, влетает также Марси, Армаг тоже на телепорте приходит, забирает сейчас Мивола. Кунка, полетел в него стан, отправился он таверну. Так, на боте сейчас Армаг попытается с Вивером спушить Тауэр, таким образом.
Но вышку особо не снести, сразу телепорты сейчас, я думаю, пойдут. Ну и мы видим, что даже мид позиции, да, Марси, Кунка, они вообще не брезгуют тем, чтобы прийти на ганг, помочь сделать какие-то киллы, потому что, как правило, мы видим что? Мы видим, как мидеры стоят на центре, отпушивают пачки и уходят в лес, тем более, если это какой-то Кунка, да, ну он вообще не хочет ротейтаться, он хочет просто крипов побить, дофармить там какой-то радик свой и... Потом уже, может быть, подключиться минуте к 15-й, к 20-й. Но здесь там уже, начиная с 7-й, приходил Кунка и Марси. Оба жали телепорты. Армак тем временем выходит в саблю. Пакмен на боте. 6-й левел у него скоро будет. Ну, кстати... Зомби здесь, мне кажется, вот сейчас, то, что он тут находится, это не самое профитное занятие. Он, кстати, еще передумал насчет Радика. Он, получается, себе будет орчит собирать. Так, пошел телепорт на мидл. Здесь Бладсмайла пробили. Зомби. Неужели прям под Т1 Тауэр? Ой-ой-ой-ой-ой. Махнулся крестом здесь. Ну ладно. Бывает, случается. Ничего страшного. Так, енотик цапальщик словил здесь Маледик. Нужно отходить ему. Вроде как все в порядке. К52 выдает ультимативную. Полетели жучки на Мивола. Можно убить Леона под тауэром, но может слишком далеко. Как же много дэмэджа здесь от Гирыча. Генотика убили. Генотика потеряли. Еще и гирокоптера заберут. Минус по нему. Но тут, по-моему, уже супер как-то опрометчиво они бегут вперед. Коллектив Крипер, особенно енотик. Видимо, он уже по наитию действует, да, потому что в начале... лейнинга у него было все супер, и прям киллы легко давались, и теперь он снова пытается как-то навязывать агрессию и хочет сделать фраги, но не так уже легко это дается. И мне кажется, после того, как он погиб там первый раз, второй раз, нужно было уже смещаться в лес, может быть, там добирать нетворс. Но смотрите, енотик жмет ТП снова на ботом. Прилетает уже, кстати, сюда Сэнд Кинг сейчас. Дренор, блинка у него нету, зато есть Дискорд. Нападает сейчас на Леона. Ну, кстати, здесь он выживет, да? Да, Мивол выжил. Убивают Бладсмайла, скорее всего. Подкоп пошел по Виверу, но не хватает по нему дэмэджа. Мивол. Ну, сначала выжил, когда на него прыгнули в бэклайне, он стоял. А теперь отправился в таверну. Минус 2. Минус 2, но... Не знаю, стоит ли оно того. Просто там есть Урса, который сейчас Battle Fury себя уже принесет. И проблема в том, что Вивер, он начнет отставать по фарму. И вот эти фрайты бесконечные, ну не знаю. Наверное, оно того стоит, но он делит экспу, не так много крипов забирает. Да и фраги не все ему достаются, он 3 раза погиб. То есть тут, наверное, нужно как-то на перспективу думать, вот есть ли смысл продолжать такую агрессию, даст ли это тебе какие-то плоды вообще. Зомби тем временем выходит в Оркид, как и планировал, и затем будет собирать Аганим. А Вивер хочет купить, получается, сначала Дезолятор после Драгонленса, потом БКБ у него будет, потом Кристаллис. Да, именно так и хочет. Армак, кстати, с саблей. БКБ потом можно будет собрать саблю, разобрать на две части. Прыжок на Мивола, очень быстро его убили. Да, отправился в таверну, зомби. Летит на него ракетка. Армак тем временем под ультимейтом идет на Бладсмайла, погибает Мивол, убивает Клубса также. Полетел здесь ультимейт от гирокоптера, зомби до Балатори, меньше пол хп остается, но тут все равно будет драться. Подходит Урса, зомби, мало хелспоинтов, просветили Санкинга, его убивают. Армак тем временем без ультимейта, наверное, уже никуда отсюда не денется, очень много урона залетает от ультимейта с Лардером, от коррозив Хейза, ну и... Очередной файт не в пользу команды Крипер. Вообще не в пользу на самом-то деле. И возникает вопрос, опять же, да, очередной и такой логичный. А нужно ли тогда сейчас драться вообще, если такие проблемы возникают? 15-я минута и 18-20. 38 киллов за 14,5 минут. Вот. Где ли
вы такое увидите? Часто ли? Мне кажется, что нет. Такие игры, конечно, радуют. Бладсмайл на центре становится жертвой сейчас нападения. Так, ну тут, на самом деле, Армак-то может погибнуть. Подходит ли он? Снова подхоп, снова фингер убили. И вот опять же, продолжается все то же самое. Клубс прям под Т1 за ним гонится. Крестом вернули, подкоп будет. Пока что в кулдауне, здесь даже енотик прибежал. Ставится вижен, два пса, чтобы наверняка, чтобы с двух сторон смотрели. Так, Бладсмайл пытается выйти. Енотик идет до конца, но там, если что, каски и подкоп от Леона будет, помогут. Так, ставится сразу же, здесь нажимается смоук. Ну, кстати, блинка еще нету у Слардера. Еще ему прилично до этого даггера фармить. Подцепили енотика, могут убить. У него никакого сейва нету сейчас. Продлить бы контролем. Енотик ульт успевает нажать на последний хелспоинт. Так, Бладсмайл пытается выжить. 200 хелспоинтов живет. Клуб с минус. Дренора также забирают. Какой здесь десвард стоит от Пакмана. Дабл кью Вичдоктор. В соло выиграл этот момент для своей команды. Четвером сейчас будут пушить Т1 на центре. Тем временем. Погибает сейчас Вичдоктор. Убивают Пакмана. И вышка сейчас на 30 хп может упасть. Забирает ли он руну иллюзий. Видимо, центральная башня света решила, что ей свет не мигает. Зомби, кстати, по нетворсу 7500. У него неплохой нетворс, учитывая то, что счет 1-3, и он по КД просто дерется без конца и края. Я думаю, что это хороший результат. Урса 9500. Ну, Урса вообще сейчас в самой, наверное, выигрышной ситуации. Да, он и файт подключается, у него 9-1-1, у него 10 КД, извините меня. И у него Battle Fury, у него огромный нетворс с отрывом приличным от Вивера. Да, то есть он и фармить успевает много, и киллов много делает. Гиас прям хорошую игру показывает. Нажимается смоук, втроем с Урсой хотят выйти куда-то, реализовать блинк-даггер от этой Урсы. Так, на боте телепорт от К52 сейчас будет дефать, судя по всему. Хотя в смоках куда-то он убегает. Так, там нашли кого-то, и это Армак погибает. Минус по клубсу также. Yes. Бент Godlike зарабатывает. Уже стрик из 10 киллов для него. К52 также нашли его и забирают. Странно, что он сюда пошел. Изначально наоборот убегал, да? От своего таура в смоках. Кстати, он, мне казалось, хотел поставить вижен, но вроде никакого варда у него не было. Почему он тогда добежал, непонятно. Ну ладно. Ну да ладно. Ну так, на боте сейчас, может быть, даже попытаются спушить Т2 Тауэр каким-то образом. Но мне кажется, преимущество в 3000, оно слишком маленькое, чтобы как-то спушить такие объективы уже. На центре Бладсмайл телепорта убивают енотика в очередной раз. Ну никакого сейва у него нету. Ни линки, ни манты, ничего нету. И, конечно, его за... буквально два стана можно убить. Слардер плюс один, Кунга плюс один. Да даже два саппорта его сейчас могут убивать спокойно. И, конечно, очень сложно играть енотику. Так, Кунга на центре. Уже спокойно под Т2 качается. В нижнем лесу здесь прогоняют Бладсмайла. Блинкдаггер, кстати, имеется. И дальше будет БКБшка от него. Так, ну, занимается здесь нижний лес, стоит обсервер хороший, у Radiant можно попробовать под ним подраться. У Марси на самом деле 7200 нетворса и ситуация, ну, немного плачевная, потому что БКБ еще не скоро, по нетворсу уже проседает, фармит медленно и в файтах уже не так комфортно себя чувствует, потому что дэмэджи залетает, ну, огромнейшее количество по ней. Конечно, очень сложно что-то придумать. Так, Марси на центре мог подцепить Кунка, но никого рядом не было, поэтому... в принципе, смысла в этом никакого не имелось. Mm-hmm.
Так, в Нижнем лесу сейчас заходит команда Radiant. Попытается, наверное, прогнать отсюда оппонентов, но очень сложно. Сейчас очень сильны, на самом деле, в файте. Команда Борща, Bloodsmile выходит на К-52. Сразу же прыжок от Гиуса, сбивает моментально Клубса. Подкоп пошел, эпицентр от Дренора, куча урона, влетает сюда корабль. Но нет, не могут драться, коллектив Крипер. Как же больно им. Гес делает ультра-килл и убивает каждого в этом файте противника. Просто каждого. 7000 перефарма и Урс, конечно, да, разваливает. Ну и, наверное, главной проблемой стало то, что проиграли линии, да, в особенности против Урса, расфидели ее. И драфт так построен, что путей камбэка с таким пиком не особо-то и много. Марси, которая потерялась по карте, да, потерялась в файтах, уже очень сложно ей как-то вернуть былое преимущество и раскрыть свой потенциал. Т2 на боте падает, конечно, дефать эту вышку ни в коем случае нельзя. Урса очень силен. Вышку сносит на топе тем временем. Енотик, кстати, засплитил Т2 неплохо, но сможет ли уйти отсюда? Не, Хекс, да, убили. Но справедливости ради стоит сказать, что он спушил Т2 в такой ситуации, затрейдился, это очень даже неплохо, как мне кажется. На боте Пакмана поймали, он тут один остался. Так, Армага заметили, к слову, у него есть руны иллюзиями, вол. Так, убьет сейчас Армага. Урса, да, минус. Ну и Гейлс должен, наверное, думать в первую очередь сейчас о Рошане. Я думаю, что это первоочередная такая цель для команды Борща сейчас. Просто зайти, забрать Аегис, и потом Урса вообще уже как демон будет просто бегать туда-сюда. Его здесь никто не остановит, скорее всего. Так, на боте Лардер тем временем нападает на Дренора, убиваются Инга, Vengeful Spirit погибает, отправился в таверну. Ну и на боте тем временем продолжают стоять, здесь Рошан как раз таки неподалеку, но под коррозив хейзом Рошан очень быстро упадет, поэтому я немножко не понимаю, почему медлят с этим делом. Просто зайти, как бы забрать Агиду, и я думаю, что будет вообще в шоколаде. Затем можно пойти на топе, открыть Т1, Т2, на центре уже спокойно открывать вышку. Внешних товаров лишать противников и не давать им просто фармить по карте. Потом уже на хайграунд будут подниматься. Так, зомби на кунке. Аганим, кстати, почти купил. Ну, буквально за 20 секунд забирают этого Рошана. Так, рисуют здесь Мивол на топе. Обрисовывает территорию, которую хотят захватить, судя по всему, на топ стягиваются. Так, Армак пытается все добилдить свое БКБ, но ему очень долго, на самом деле. В текущих реалиях 1000 голды для Марси — это очень много и очень долго фармится. Зомби находит с вивера моментальный. Орчит, не успевает он нажать Шукучим. Кстати, если бы он нажал Шукучи, он бы выжил, потому что он бы не словил моментальный Орчит и, скорее всего, бы успел отбежать от Леона. Ну, в итоге не получилось. Надо топ-линию сейчас пропушить, да, чтобы Т1 открыть. Ну, Т1 можно и через бэкдор, да, без скрипов. Точнее, бэкдора там и нету даже. Клубса убьют сейчас. Да, отправляют таверну. Очередной франк. У Винги уже 11 смертей, если что. Bloodsmile в соло забирает Терзателя. Просто в соло на Слардере. Достает шарт Вичдоктору. Очень приятный, кстати, шарт. Ну и что, какие шансы вообще есть сейчас? Будут ли какие-то драки принимать команда Дар? Ой, как залетел здесь. Как залетел здесь Торрент в К-52. Будут ли какие-то файты? Потому что, с одной стороны, хочется хотя бы какую-то вышку задефать. С другой стороны, по-моему, Т2 сейчас вообще не вариант защищать. Слишком уж сложно, слишком большая урса и так далее. Очень много здесь факторов всяких играют роль. Так, Венга отходит тем временем на топе. На миде можно с Ардера попробовать убить. Ну нет, ладно, енотик так далеко, естественно, не пойдет. Т2 открылась, и Слардер сейчас должен порегенить рез и пойти по миду с командой.
Да, ну команда Борщ действует максимально, максимально банально, как бы да, это не звучало. Просто открывают все товара, им файты сейчас вообще не могут навязать, потому что они очень сильны. Они никуда не рвутся на хайграунд раньше времени, они забирают хорошо Аегис. Они открывают последние объективы. Так, Арма, кстати, под дабл дэмэджем. Может, они сыграют какую-то роль. Если появляется БКБ, может подраться как-то. Ну, с эпицентром что-то придумать. Я не знаю, там придет енотик на телепорте. БКБ у него тоже, конечно, нету, но все же. Можно было, мне кажется, вот сейчас вот как красиво, да, стоят по всем в эпицентр зарядить. Они же не ждут, что в них нападут, а в них бы напали. Допустим, ультимейт еще влетает какой-нибудь гирокоптер, и вообще бы все круто получилось. БКБшки ни у кого нету у команды Борща. Но нет, приходится драться на хайграунде сейчас в скором времени. Енотик все пытается дофармить свой БКБ, но слишком долго ему сейчас вышку пытается затрейдить. Ну, как бы его тиммейты сейчас не погибли на хайграунде. Убивают клуб со стан под двум героем. Бладсмайл также зафокусили. К52, Армаг убивается под коррозив хейзом. Куча урона. Приходится нажимать эпицентр сейчас Дренору, но его убивают. И вот енотик просто один остается. Только что мы сказали, как бы его команда не погибла. И что потом делать, непонятно. Мне кажется, лучшим решением было дефать Т2. Все-таки мы видели, как красиво здесь стояли, да, в пятером буквально команда Дайр. Просто их можно было на неожиданности подцепить. Из-за того, что они очень сейчас доминируют, они не покупают БКБшки. И можно было как-то от этого сыграть, но не вышло. И енотика просто убивает Бладсмайл в соло. Ну вот, примерно как-то так это работает. На боте тоже будет сейчас падать вышка, и что-то мне подсказывает, что команда Борщ сейчас может закрыть просто данную серию, если честно, своей победой. Как-то все слишком для них хорошо складывается. Ну ладно, решили отойти немного пока что, да, не рисковать лишний раз. Ну ладно, в принципе, они никуда не должны торопиться. 21 тысяча перевеса, Аегис 20 секунд, как раз Аегис заканчивается. Вторую сторону не стали пушить. Так, у Кунки тем временем появляется, я так понимаю, что, Блэдстоун какой-то? Да, это вроде Блэдстоун у него будет. Да-да-да. На боте тем временем, так, находит Гиллса, кстати, Аегис 4 секунды, Аегис 4 секунды, Гиллс, надо выйти, убивает Клубса, Армак лоу хпшный, Урса захилился с Эгиды, Армак пытается выйти, Вивер вообще отключается от игры, ставится пауза, может, какая-то или что, К-52 погибает, енотик-цапальщик просто выходит из игры. А что это, дисконнект или рейдж-квит? Но навряд ли, конечно, это... А, это не реконнект? Это не реконнект, пишет Армак. Я так понимаю, что вполне возможно какой-то разлад случился в команде, может быть. Но навряд ли, конечно, мы в это не хотим верить, потому что... Ну, на таком турнире, мне кажется, все-таки на внутреннем турнире, да, навряд ли какие-то прям с разлады могут быть в команде. Все же здесь в первую очередь ради удовольствия идет игра, и мне кажется, что... Никаких супер негативных эмоций не может вызвать матчи, поэтому такие дисконнекты, они, скорее всего, случайные. А, это не Rage Quit он написал. Да, я только сейчас понял. Казалось, что это не реконнект, он написал, это не Rage Quit. Окей. Ну да, тогда и точно подтверждает эту теорию, что это просто технические неполадки. Ладно, битва за вторую сторону, К-52 убили сейчас. Геос на Урсе забирает также Клубса. Енотик не может драться. Он даже БКБ не нажимает. Он БКБ не нажал, который купил. Он фармил на него так долго. Он не нажал его. Это GG. Это GG. И забирают первую карту коллектив Борщ в таком случае. Геос ультракил очередной. Страшно смотреть на его КДА. Сейчас посмотрим на статистику, что там... А у нас по стате, давайте взглянем. И по статистике Гиас 25-1-8. Просто уничтожил здесь своих оппонентов. 13-6-13 Бладсмайл. Также на Кунке
невероятную, на самом деле, игру показал. Ну и вообще, наверное, сложно здесь выделить кого-то одного, да, мне кажется, из команды Борща. Просто сыграли хорошо. По всем линиям, вообще по всем лайнам задавили. Вначале начали круто вместе бегать, играть, и все получилось. Ну и сейчас мы уйдем на небольшой, соответственно, перерывчик. На небольшой перерыв уйдем, буквально минут 5, я думаю, перед второй картой подождем и посмотрим, получится ли у команды Creeper, может быть, поработать как-то с драфтами за этот небольшой, да, промежуток времени, может быть, изменить какой-то геймплан, может быть, еще что-то поменять в игре, что поможет им сравнять счет в серии и, соответственно, вывести все на третью карту. Посмотрим, не переключайтесь, совсем скоро продолжим.
Возвращаемся мы на эфир после небольшой паузы, ну и снова приветствуем всех на внутреннем турнире по киберспорту холдинга Т1, называется турнир Good Luck Т1 Have Fun, сезона весна 2024, и сегодня у нас на трансляции Dota 2, матч за третье место сейчас идет, команда Борщ Т1 против коллектива Creeper. Ну и давайте немножко поговорим про то мероприятие, где мы находимся вообще, и кто такие холдинг Т1. Холдинг Т1 — это инновационный партнер IT-бизнеса. В его портфеле весь спектр цифровых решений и услуг для максимизации эффективности бизнеса. Сегодня холдинг Т1 — это множество кластеров и более 16 тысяч сотрудников, что делает его крупнейшим в российской IT-отрасли. В состав холдинга входят кластеры Т1, Иннотех, Дататех, продукты и партнерства, а также мультикарта.
Всего 8 дисциплин, в которых соревнуются сотрудники Т1. Это Counter-Strike 2, это Dota 2, Лига Легенд, Мир Танков, PUBG, Hearthstone, Apex Legends и Valorant. Эти дисциплины Лиги Чемпионов Бизнеса. Поэтому отметим, что сильнейшие команды и игроки будут представлять холдинг Т1 в весеннем 12-м по счету чемпионате ЛЧБ. Поэтому сегодняшний день еще интереснее от этого, ведь мы узнаем сильнейший коллектив и сильнейших игроков, которые, соответственно, будут на Лиге Чемпионов Бизнеса играть от имени холдинга Т1. Всего в дисциплине Dota 2 у нас принимало участие 11 команд, и эти команды уже сыграли групповой этап, определили участников плей-офф. 1/4 была сыграна в прошлые выходные, полуфинал, финал и матч за третье место сегодня. Ну и давайте прыгать как раз-таки в матч за третье место. Борщ против коллектива Крипер. 1-0 Борщ ведут. Посмотрим, получится ли камбэкнуть. Прыгаем на пике. Ну, как-то странно звучит, но давайте переходим к пикам. Так, и что здесь у нас по драфтам? Т1 Борщ открылись с Винги, Крипер тем временем забирают себе Оракла. Оракла и Джакира, получается, саппортов сейчас показывают, лишь не видим мы коры персонажей. Пока что, скорее всего, потому что ну, тут такие герои не флексящиеся, навряд ли здесь кого-то поставят на коров. Так, по банам Тимбера не будет Гримстроука, Лайстиллера, Фантомку и Вайда убирают Борщ. И Крипер выключают, получается, из драфтов Магнуса, Урсу, Тролля, Сларка и Леона. Преимущественно по керри персонажам, кстати, прошлись ребята. Видимо, хотят как-то надавить на первую позицию именно у Борща, чтобы не было там у него хорошей игры, как это случилось на Урсе, да, в прошлой игре, где там Гиелс бегал 25-1-8, если я не ошибаюсь, если не 25-1-18, там какие-то сумасшедшие просто цифры КДА были, поэтому, может быть, как-то нужно на него работать сейчас, имеется в виду на его линии, там, прессовать, гангать, мешать, забирать себе какой-то сильный лайн, еще начиная с драфтов и так далее. В принципе, вполне себе звучит неплохо. Так, третий герой сейчас откроется для Т1 Борщ. Следующая стадия пиков. И Марс появляется. Я так понимаю, что коллектив Т1 Борщ, он хочет в своих драфтах больше упор сделать именно на тимфайты, чтобы у них было какая-то... Были заготовки на драки хорошие. И, кстати, забираю сейчас Лардера, команда Крипер. Этот слайдер был для Бладсмайла в прошлой карте, и он показался очень круто на самом деле. Они, получается, этим слайдером закрыли Вивера, и получилось классно. Енотик-цапальщик будет играть на Бладтикере, очень с большой долей вероятностью. Так, и Шторма. Шторма забирают себе Борщ. Хорошая игра, кстати, для Шторма. Вообще здесь просто сказка, то есть ну, никакого особо контроля на него нету. То есть особо подцепить даже нечем, там какая-то раптура, да, будет влетать. Ну и там прочие станы не самые, если честно, надежные. Поэтому я думаю, что Шторм покажет себя неплохо. Убирают, кстати, из банов, получается, Пако Д. И минус дровка Луна, и сейчас последний. А, ну да, все, Луна — это последний бан. Слушайте, как быстро здесь драфты проходят. Мы видим, что ребята вообще не медлят, просто максимально быстро. Тут зевсом сразу ответили. Ну и давайте посмотрим по драфтам в целом. Какой драфт выглядит привлекательнее? Ну, сложно, наверное, однозначно сказать. Тут еще алхимик появился. Это, я так понимаю, четверка алхимик. Да, то есть это что будет играть? Он с Бладсмайлом на Марсе. Какая-то странная линия у них получится. Они будут стоять против Джакира и Бладсикера. Мне кажется, не самый лучший выбор. Не знаю, драфт у команды Крипер прикольный. Драфт у команды Крипер прикольный. Наверное, я бы на них свой предикт сделал. Но тут с такой очень... С натяжечкой в их сторону перевес. Мне кажется, там в 100% соотношении брать. Там 55-45, наверное. Я бы дал, если не меньше бы разницу сделать. Потому что драфты, в принципе, сильные у обоих коллективов. Ну и интересно будет посмотреть на исполнение. Поехали. Матч за третье место. Команда Т1 Борщ против коллектива Крипер. Ну и поехали смотреть вторая карта. Поглядим, что там да как.
Так, поехали. Будут ли какие-то смоки со старта в инвентарях? Давайте прочекаем. У Венги есть смоук. А, есть смоук у Венги, и у коллектива Крипер, получается, смоков... А, нет, есть у Джекира. Хотелось сказать, что нет, но у Джекира имеется смоук. Так, нажимается он, кстати, распыляется. И куда побегут? На ботом, да, сейчас могут направиться, но... Как будто бы они, если честно, не спешат. Не спешат делать какие-то прям агрессивные мувы, заходить в вражеский лес и так далее. Так, ну, пингуют здесь Марс. Енотик цапальщик. Сейчас смоук развеется с хайграунда, да? Да, смоук развеялся. Пошла банка вот от химика. Сейчас будут принимать енотика, могут его убить на самом деле. Полетела банка. Бладрайт от Бладсейкера. Сайленс по всем персонажам. Убивают зомби. Да ладно. Доблатори, могут еще и Мивола здесь на самом деле отправить в таверну, если чем подцепить, стан какой-нибудь. Залетает задувка, чуть-чуть не хватило, чтобы задеть. Мивол погибает, ласточка, да, кей, 52 забирает все-таки. Ну и хороший старт, причем интересно посмотреть, если там на прошлую карту оглянуться, было все то же самое. Было все то же самое, криперы сделали, получается, 3 фрага, если я не ошибаюсь, они там сделали в начале. Теперь это 2 фрага на второй карте. Но если, опять же, по опыту прошлой карты судить, то борщ очень быстро камбэкнули это. И сразу же там буквально сравнялись по киллам, и потом даже Урса, который погибал в начале, да, там 25-1-8 потом сыграл, он 25 киллов сделал после этого одного фрага на старте. По нему. Поэтому это вообще не играет какой-то ключевой роли. Получается, что здесь у нас алхимик керри, что ли? Так, а, стоп, а что? А что здесь? Как так получилось? Гиас играет на варлоке 30-м тире, который исполнил на Урсе, да? Играл. И Пакмана пересадили на керри алхимика. Интересно. Интересно, необычные здесь ротации случились. Так, Дренор на Слардере тем временем. 4 крипа, хорошо, он пока что начал. Да и вообще в целом против него линия такая легкая, кажется. Он здесь не должен испытывать каких-то трудностей серьезных. Так, Гиас. Третьим спылом здесь на первом левеле. Не, ну Гиас на варлоке, очевидно, понимает, что делать. У него 30-й тир, очень он богатый, так сказать, опытом. Очень много у него игр. Сколько это, наверное, матчей? 400, может быть, 500. На топе. На топе Мивол здесь страдает на Венге. Енотик цапальщик... 450 хп у него здесь аккуратнее надо быть. Но там Марс, кстати, первого левела. Ничего себе, как душат здесь енотик. Пошел Бладрайт, убивают сейчас Венгу. Зря она подошла, конечно. Бладсмайл. У него еще всех крипов динает. Сейчас второй левел берет. Пачка на него идет огромная. Ну, хотя бы под тауэром должен зафармить. Но мы видим, что Клубс уже побежал отпуливать кэмп. Но здесь будет лишь одинарный. Лишь одинарный отпул. Не самый он... Профитный, конечно. Можно было хотя бы попытаться только ранжа вывести там или еще что-нибудь придумать. Потому что сейчас пачка еще придет вторая, стакнется. Линия будет пушиться. На боте здесь выпуливает K52. Кстати, кэмп разбанил. Насколько я понимаю, Oracle, да. Спокойно сможет сейчас... С этим компом здесь что-то делать. Нужно убить ренджа. Да, выпуливает здесь на ренджей. Но там, кстати, алхимик под контролем у тучи. И, в принципе, неплохо. Неплохо сделал. Дренор еще пробивается с пассивки своей. Много дэмэджа влетает. Дренор. Еще одну тычку бы хотелось дать с башем. Но не получилось пока что. На миде ситуация по крипам чуть-чуть в пользу зомби. На 5 крипов у него сейчас больше, но разница это, конечно, совсем небольшая, стоит сказать. Аккуратнее здесь надо быть.
Шторму. Так, здесь Бладсмайл уворачивается от второго спыла. Ну, вообще, енотик сейчас имеет 13 скрипов. Не сказать, что он прям фрифарм. И у него нету фрагов, ни одного. То есть у него только 2 ассиста. И 13 скрипов. То есть не самая, как бы, хорошая ситуация, казалось бы. Где он должен вообще быть огромным. Ну, в принципе, 5-я минута только идет, еще не вечер. Зомби сейчас, кстати, пытается пробить Зевса, наверное. А, он пойдет за баунти, просто чужой. Ну, почему бы и нет. На топе енотик за Бладсмайлом до конца. Бладсмайл сейчас можно убить, кстати, можно убить этого енотика. Копье полетело и убивается енотик. Какая ошибка, он еще и не смог Бладсмайла разменять. Опять ошибается енотик. Кстати, еще убили здесь Джекира, ну и... Отличное, просто отличное действие. От коллектива Борщ. Ну и 1000 перефарма имеется. Сейчас за Дайр. Конечно, копейки. А, Гиоса пробивает очень сильно. Успеет ли отхилиться? Ну, хил здесь, кстати, приличный, но погибает все же. Вардака даже первый левел так сильно его захилил. Но этого не хватило, потому что у Оракула третий левел. Соответственно, третий спелл в 2 взят. Прилетает, кстати, кто-то ботом или что? Нет, никто не летит сюда. Пакмен может под вышку за ним погнаться, но тут Геос очень прилично дэмэджа вносит и замедляет, так что лучше не стоит, конечно, лезть. Ну, вот этот алхимик, он, конечно, довольно-таки спорный в данном драфте. Против него еще... Герои неприятно играют. Бладсикер, Слардер на топе. Кстати, снова заруба. Миволл сейчас может погибнуть на венге. Отправляется в таверну. Клубс также уходит на размен. Бладсмайл не имеет телепорта. Но тут он не погибнет. Кстати, Вижен стоит хороший. И навряд ли его прочитают сейчас в ближайшем времени. Команда Radiant. Прям такой оп стоит. Все показывает. Отпуливает, кстати, на двойной стакнутый кэмп, Кей 52, отличная игра. Там алхимик сейчас будет без пачки, нужно будет приходить на этот кэмп нейтралов. У него вообще одну пачку фул съели просто. Таким образом. Погибает, к слову, на топе Мивол, убивает Клубса, снова здесь заруба, зомби пришел. Также помочь своей команде, могут убить Бладсмайла, Марс не имеет сплов. Погибает, бежит сюда Зевс, зомби тоже убьют, зомби сейчас отправится в таверну. Телепорт нажимает, второй спелл у Зевса в кулдауне, хорошее решение, принял телепорт нажать. На боте тем временем, тут же переключаемся. Дренор нападал на Пакмана, но тяжело. Тяжело пробить. Так, енотик-цапальщик на топе, с катапульта сейчас вышку будет пушить потихоньку. Так, зомби, кстати, на шторме, так, давайте творс откроем. 3400 сейчас Зевса, первая строчка, 3200 у зомби, ну, неплохо постоял, да, хотел сказать, что у него как-то не очень много по фарму, но, в принципе, у него все замечательно. 2-1-0 сейчас бегает. Учитывая то, что он даже один раз погибал. А у того же Зевса 2-0-2. Да, 4 КД. Я думаю, все вообще супер. Так, ну и Пакман пока что фейзы пытается нафармить. Да, вот у алхимика не самым лучшим образом идут дела. Казалось бы, это алхимик, но нетворса у него сейчас меньше, чем у тройки Слардера на 300 голды. И это, конечно, печально, потому что хотелось бы, чтобы этот алхимик засноуболился, ведь сам герой требует этого. Но пока что не идет. Пока что не идет. Так, под вышку сейчас Дренор явно не пойдет давить, 6-й левел уже имеется. В принципе, может кто-то загангать к Слардеру, да, и Слардер под 6-й... Очень много дэмэджа вносит, мы видели это на прошлой карте, да, где Слардер играл за коллектив Борщ как раз-таки. Там под 6-й к нему мувались, и, ну, дэмэджа какое-то колоссальное количество залетало с тычек, с башем.
Пытается здесь Марс выформить большой кэмп. Ну, кстати, у Вингейм и у Марса скоро 6 левел. А у Юнотика-то уже есть Раптура. Пошло нападение, но это был байт. Зомби прилетает сейчас. Так, Марс хитуется с Юнотиком. Погибает Блэдсмайл минус Клубс. Юнотик до конца дерется, но сейчас зомби все-таки сделает фраг. Минус, да. И пытается выйти Шторм. По идее, должно получиться. Мивол ценой своей жизни должен спасти Шторма. Да, погибает он. На боте тем временем убили Варлока, кстати. Так, ну все, Алхимика. 6 левел, нажимает ульт. Тут уже его не так просто будет убить. Да, в принципе, просто уходит. Все нормально, все спокойно у него. Так, Бладсмайл на Марсе. Выходит по истапке. У Марса, конечно, не самый приятный нетворс. Если честно. То есть у него 3200, блиндагер еще очень и очень не скоро будет. То есть в ближайшие, наверное, минут 7 минимум у него не будет даггера, я думаю. Погибает Слардер на боте, зомби пришел. Делается фраг, ну и мы сделаем, в принципе, вывод уже можем сделать, да, что аналогично первой карте здесь мидеры не качаются АФК, они приходят на сайд, они помогают своим тиммейтам, и это, конечно, очень круто, потому что игра от этого намного интереснее становится, много киллов делается. Так, на топе падает вышка, потихоньку уже пушится сейчас. Ну, спушить тяжело, ладно, спушить тяжело, полтаура снесли, там у Джакира первый левел третьего спла, поэтому очень тяжело что-то сделать, придумать. Погибнуть сейчас может Венга, к слову, на топе. Ставится арена, К52 сейчас может погибнуть. Оракл отправился в таверну, хотя может выхилился, может урона не хватает. Да, так и есть. Мивол минус, Бладсмайл туда же, ну и енотик-цапальщик даблкил, а вот К52 как раз-таки выживает. И я думаю, что сейчас вот спушит уже тауэр, наконец приехала катапульта на 10-й минуте. Алхимик тем временем выходит в радик. Да, не стал здесь придумывать каких-то альтернативных билдов за счет того, что у него линия не самая лучшая была. Да, то есть по этой причине, казалось бы, хотелось забилдиться это поактивнее, но эти все компромиссы, они не окупаются в долгосрочной перспективе, потому что ты начинаешь отставать по фарму и не так много иметь фарма, как хотелось бы. На топе как красиво. Хорошо, что мы это увидели. Бладсмайл убивают копьем двоих сразу же. Зевс пытается выйти. Шторм Спирит. На него, кстати, прыгают, свапают, захилили и выживает он. Так, Дренор на Слардере словил стан. И Бладсмайл должен сейчас копьем добить. Трипл килл. Ready for Disband отходит на Зевсе. Ой, кстати, К52 круто сделал. Сейчас зомби может поймать, убить. К52, хватит ли РНЖ? Оуф, прилетает. Прилетает и погиб здесь. Шторм, К52, безусловно, тоже отправится в таверну, но это, конечно же, того стоило. 100%. Ну и 13-я минута, мы видим разницу по нетворсе вообще никакую. Там меньше 1000, и то оно колеблется туда-сюда. То есть это прям вообще максимально равная карта. Во всяком случае, пока что, да. Погибает на топе енотик. И я так понимаю, что можно только за верхней линией смотреть, потому что здесь только экшен происходит. На других лайнах его вообще нету по сравнению с этими бесконечными файтами. Клуб словил стан, должен погибнуть. Сейчас К52 прилетает, а зачем? А, здесь Зевс пришел, убили Венгу. Окей, это уже другой разговор. С Зевсом-то уже можно поговорить здесь, Ораклу. Бладсмайл тоже отправится в таверну. Очень много дэмэджа от Зевса. Погибает Марс. Ну и на боте Слардер, кстати, тоже отправился в таверну. Зомби с алхимиком сделали килл. Ну и прям по всем сторонам бегают, делают фраги. Наконец-то появился Радианс у Пакмана сейчас. Так, на топе Таура уже нету, Т1, енотик уже смещается в леса, наконец-то. У него счет 4-4-4, пришлось погибнуть здесь.
приличное количество раз. Смоук нажимается от Клубса и от Дренора, но почему-то они идут в разном направлении, видимо, чтобы просто добежать до линии быстрее. Ну, вероятно, вполне вероятно. Зомби на шторме, Каю Сашу билдит дальше. Так, Шторм Спирит на самом-то деле сейчас... забирают сейчас руну инвиза, нападают на Зевса, могут убить его. И отправляется, да, в таверну. Ready for disband, Bloodsmile также ушел на размен, конечно же. Дренор пытается пробить зомби. Дебалатори пока что отходит. Дренора могут убить на самом деле сейчас. Отправился в таверну Слардер. Нет, еще ульт здесь от Оракла, но поживет, но это недолго продлится. Так, клуб сейчас может погибнуть, Пакман идет до конца. И добивают Джакира, он должен выгореть. Да, еще и под контролем на всякий случай тучей. Алхимик, и все. Классно здесь получилось. Так, падает сейчас вышка на центре. Открывается тауэр. Так, зомби тем временем 7500 нетворса, нажимает телепорт на бот, и сразу же мы понимаем по этому муву, что он хочет кого-то убить, потому что шторм просто так телепорты не жмет на фарм. Вылетает уже на Зевса, подставляется он, продлили копьем, убивают моментально, и отличный выпад, 4000. 4000 перефарм сейчас от команды Борща, и... потихоньку они уже начинают сноуболиться, все больше и больше у них становится фарма. Дренор на Слардере, блинк имеется, дальше выходит он по саблю. Дренор 1-4, кстати, на Слардере, что-то у него не лучшим образом здесь идет игра, на самом-то деле. Падает вышка на боте. Тем временем... так, руну щита сейчас забирают. Дренор. Bloodsmile тем временем выходит в шрауд. Так, Шторм Спирит. Шторм Спирит. 8500 сейчас имеет по фарму. Нажимается смоук. Нажимается смоук от Марса. С его тиммейтами заходит сейчас в верхний лес. Так. Здесь сканет, никого нету. Ну да, правильно. Почему? Потому что вся команда Крипера находится в боте. Здесь один лишь юнотик цапальщик качается, но он очень аккуратно вообще фармит. Нужно, конечно, в глубоких лесах сидеть, когда тем более ты не увидишь на линиях вражеских героев. И это и делает команда Крипер. Так, на топе будет сейчас падать вышка, да. Наконец-то демонтируют Т1, да, на 18 минуте. Енотика заметили, а как? А как? Что это за читы такие? Зомби прилетают, убили енотика. Так, а как его убили? Ночи же действуют, погибает енотик, влетает сейчас Дренор, будет мстить за своего Бладсикера. Bloodsmile пока что живет, но все же убили. Окей. Окей, убивают его. Рисуют здесь что-то непонятное енотик. Я так понимаю, что он немножечко возмущен тем, что ему негде фармить, если честно. Потому что куда бы он ни пришел, его убивают, в него влетают и... казалось бы, да. Где качаться? Ну, справедливости ради, в принципе, на боте в это время было свободное пространство, и можно было там качаться. Наверное, в теории можно было прочитать, но тоже такая как бы ситуация. На центре прыжу уже как от зомби, добивает К-52. И убить должен сейчас. Дренор подходит, кстати, аккуратнее. Шторм просто на крополях выжил сейчас бы, если в айспас он попал, там бы что. Шторм, скорее всего, погиб, потому что Слардер бы продлил станом, коррозив хейс повесил, и все, пиши пропало.
На боте летит телепорт, енотика находит. Ну все, можно попрощаться с енотиком, я думаю. Енотик приехал в очередной раз на свою установку. Ну и это его пятая... шестая уже смерть, извиняюсь. Шестая смерть. 19-я минута, керри погиб 6 раз. Ну, не сказать, что это прям только его на самом-то деле проблема, потому что... Когда у тебя погибают керри, это, в принципе, вина всей команды в той или иной мере. На боте сейчас Дренора могут подцепить, также убить Слардера. Отправляется в таверну Дренор. Убивают Клубса также. Таверну, да, минус. Ну и Т2 может сразу пропушить, раз уже здесь находится. Там у Варлока, если что, есть Голем. Если начнется вдруг драка, у Марса имеется также арена. Ну и Тауэр потихоньку... демонтирует, в принципе, Марс сможет потанчить. Или Пакман, неважно. Там у Алхимика, к слову, уже манта появилась после Радианса. Ну и сейчас первый Интворс у него. Очень богатый химик. Так, спингуют на что? На Терзателя? Здесь нет Терзателя. Занимают этот хайграунд. Но, наверное, здесь лучше не стоять. Какой смысл? А, Терзатель же новый резнулся, да. Почему бы не забрать его тогда? Забирается Терзатель. Дренор сейчас бы лучше не подниматься сюда, иначе можешь очень быстро отправиться в таверну. Ну, в это время коллектив Крипер занимает свою двойку. Ставится здесь Вижен, ну и отходит Борщ. Можно зайти в Рошана? Да, по старой памяти, как было на первой карте. Такая же доминация от них была. И затем они уже заходили в Рошпит, забирали Эгиду, и там было вообще все великолепно для них, потому что им вообще ничего не могли противопоставить. И я думаю, что команда Creeper сейчас рискует вернуться к тому же, что было на первой карте. Что преимущество уже в 13 тысяч. Понятно, что это алхимик, конечно. То есть там 1005 можно скостить сразу. Потому что перефарм алхимика — это, ну, немного другие деньги, так скажем. Потому что алхимик, он сам по себе герой такой, который должен иметь больше интворса, чтобы биться на равных с вражескими корами. Сларда добирает себе саблю, но никакого сейва у него нету. Никакого блокинг-бара не имеется. Забирают еще своего терзателя сейчас команда Radiant. В итоге падает, дропается шард для Венги. На боте Т1 пушат енотик цапочек с командой. Вообще можно было сюда телепорты, конечно, всем нажать. Команде Radiant, но там нет смысла находиться, потому что Т1 можно отдать, а если они ТПшки вожмут, то им больше некуда потом двигаться. То есть там Т2 уже спушено. Конечно, ну, логичнее будет пойти на топ. Намного логичнее. У Блатикера появляется БКБ. Ну, тоже БКБ, конечно, такой итем, да, в данной ситуации. Некий компромисс. Потому что БКБ не защищает здесь от физического урона и от свапа какого-нибудь, и от прочих сплов. То есть, да, там от чего-то тебя защитит. Из арены можешь выбежать и так далее, но... в полной степени это тебе, конечно, не гарантирует никакой безопасности в файте. Падает на топе Т2, Бладсмайл уже выходит. Так, в смоках, смотрите, в смоках обходит сейчас команда Крипер оппонентов. Это очень важный, на самом деле, момент сейчас, потому что они могут здесь погибнуть все. Если они сейчас проиграют файт, это вообще конечное. Ой, подцепили двух сапов, сбривают Гиуса моментально. Отлично, отлично, хорошее начало файта. Пакман нажимает ТПАУ сразу же, все, он улетел. Бладсмайл, блинкаут, нажимается арена, зачем? Нужно ли было это делать? По двум копье много дэмэджа убивают Клубса, добивает Дренора. Нет, Клубс еще живет под ультимейтом. Зомби прилетает, минус по Ораклу, енотика можно убить, у него нету БКБ. Погибает Бладсмайл, трипл килл, так они еще и Слардера убьют. Они это все сделали без алхимика и без варлока, они втроем всех развалили. Убивают Слардера, добивают Дренора. И это... спушенная Т2, выигранный файт просто в хламина. И что, и можно на хайграунд идти? Да, конечно, казалось, что
ну, не казалось, мы видели по нетворсам, по ситуации в игре, что, ну, действительно, коллектив Т1 Борщ сильнее по всем показателям, но не настолько, я думал, втроем просто развалить 5 вражеских героев. Там еще, по-моему, Блэдсикер рано нажал БКБ, поэтому его быстро зафокусили после этого. То есть он вроде нажал БКБ и начал фокусить Алхимика, а Алхимик просто нажал ТП-аут. Что-то такое было. Внешних товаров по итогу вообще не остается. Сейчас вообще идеальная возможность просто зайти в Рошана, да, и спокойно вообще, без каких-либо проблем, спушить его и забрать у него Эгиду. То есть я думаю, что именно этим сейчас и будут заниматься. Нажимается телепорт куда? В тройку. Пакмен жмет. Окей, пока что игнорируют Рошана. Ну ладно. Только не совсем понятно, чего они ждут. То есть вроде бы у них как раз-таки пик силы, вот он сейчас имеется, и нужно его как-то максимально реализовывать, да, пытаться. Так, Бладсикер на топе. Влетает, кстати говоря, сейчас Шторм. Очень неудачно, продлить если чем. Вылетает на фулману. Бладсмайл тут же с ареной. Копье по двум героям. Полетел Ульзевса. Пахмен банку по троим выкидывает. Минус 4. Здесь просто кто вообще был? Всех убили. Всех. Какая банка влетела. Чья-то арена постоянно от Марса влетает. Но это похороны, конечно, в чистом виде. Ну и файт очень хороший. Гилс накрывает всегда големом. Не могут ничего сделать здесь. Команда Крипер. Как бы это печально не было, но... В каждом файте последние минут уже, наверное, 15. У них ничего не получается. И зомби, казалось бы, уже забрали. Но нет. Чудес не случается. Падает хайграунд. Сейчас первую сторону уронит уже на рампе. Полетел на клубса. Подцепили его вортексом. Убивают Джакира. Пакман будет идти дальше. Сейчас подняли его в Юла. Правда, взрывается он. Енотик. Ревэдж. Раптура у него 5 секунд. Торма могут забирать, ну да, хотя бы его убили. Минус зомби. Пакмен до конца грызет. Сейчас К-52. Не получилось убить. Нажимает ТП-аут. Конечно, сбили алхимику. Нужно химику помочь. Пакмен до конца живет. Бладрайт влетает. Енотик может погибнуть. Сейчас енотик погибает. Байбекается. Получается, Бладсикер. Енотик сможет ли убить? Но тяжело. Тяжело. Там еще и глимеры влетают всякие. Прилетает сейчас клуб, прям в эпицентр файта с телесом и крапира, хотя бы Марса, что ли, забрать. Ну, хоть кого-нибудь-то, ну, почему же никого убить-то не получается? Енотик словил стан после байбека. Я думаю, что это ГГ, друзья. Да, ПП, ГГ, К-52 минус и Зевса туда же. Это ПП, пишет зомби Деблатори. Ну, и мы можем поздравить команду Т1 Борщ. Все-таки выигрывают они этот матч за третье место. Причем очень уверенно 2-0 закрыли серию без каких-либо вообще вопросов к ним. Прям четко и по делу они оказались сильнее в этом матче. Давайте взглянем немножко на статистику. Так, и по статистике у нас 11-3-15, точнее, сыграл зомби Деблатори. Бладсмайл 13-6-15. Вообще очень хорошая игра от Марса была. Наверное, половина, если не больше, файтов выигранных, это его заслуга. Пакмен 6-0-14, конечно. Да и вообще, в целом, команда Т1 Борщ в этом матче прям круто сыграли. Отличная дота от них. Ну и мы их, конечно, поздравляем в победе в этом матче. Так, ну и таким образом у нас... После этой серии сейчас еще будет интервью, но в целом все игры на сегодня сыграны. У нас на этом канале планировалось, получается, матч в полуфинал и матч за третье место. В полуфинале мы посмотрели, как выиграли Ready for Revenge, вышли в финал. Сейчас, кстати, он идет на другом канале, можно прыгнуть туда, посмотреть. И вот матч за третье место только что обозрели. И наш игровой день подходит к концу по дисциплине Dota 2. Но сейчас не расходитесь с трансляцией, мы еще поболтаем с командой победителей, ну и обсудим моментики, да, поговорим про внутреннюю кухню, ну и вообще, рады ли они победе в этом матче. Я думаю, конечно, рады. Всегда приятно побеждать. Оставайтесь в трансляции, сейчас вернемся.
Так, ну и возвращаемся мы на трансляцию. Приветствуем снова всех зрителей. И удалось нам выцепить все-таки из команды победителей, да, из команды Т1 Борщ игрока. И сегодня к нам заглянул на интервью Алексей, никнейм его Bloodsmile. Привет. Привет. Слушай, во-первых, хотелось бы тебя поздравить с победой в таком матче. Какие вообще у тебя эмоции и доволен ты результатом вообще в целом от выступления? Ну, в целом, а если считать по этой серии или вообще по турниру? Да, в целом вообще по всему, я думаю. Ну, не знаю, мне кажется, мы могли занимать место выше. Угу. Но где-то чуть не повезло, где-то что-то не так сделали. Ну и плюс то, что тренировали... Ну, у нас самая главная проблема была это в группе, наверное. Угу. Когда мы групповую стадию играли, мы там... очень плохо провели одну серию. С этого мы вышли в полуфинале на команду Сухарики. Mm. Но там тоже был плюс. Мы хотя бы смогли отжать одну карту. Притом же отжали ее достаточно нестандартным пиком. Mm-hmm. Ну, в любом случае, нам нужно было их удивлять. Mm-hmm. Я думаю, на первой карте это получилось. На двух других, к сожалению, нет. Mm-hmm. Немного не повезло. Mm-hmm. Вот, по текущей игре, ну, как бы третье место это в целом хорошо, но хотелось бы больше. Угу, я понял. Однако что-то не получилось. У нас еще на интервью, получается, был до этого команда Ready for Revenge у нас играла, и говорили, что вот они хотели встретиться с вами. Но мы... У нас смешная ситуация получилось, когда буквально пару дней назад мы зашли, соответственно, в пятером, решили сначала сыграть паблик, и получилось так, что когда мы стартанули, мы вышли на Ready for Revenge, то есть они в пятером, мы в пятером, но была достаточно такая смешная ситуация, получилось. И кто одержал победу? Ну, к сожалению, мы проиграли, но мы взяли именно такой более, наверное, рофло-пик, в том плане, что мы этими героями не особо много играли. Я понял. Вообще забавная история, потому что вот мы когда разговаривали с игроком Ready for Revenge, вот они то же самое, в общем, рассказывали, как вы попались в обычном, да, рейтинговой игре, и это, конечно, забавно. Да, но в любом случае... Как бы то ни было, вы показали очень хорошую игру, и на самом деле в данной серии прям было классно с вами наблюдать. Прям доказали, что, спасибо. Ну, как минимум третье место вы уже точно уверенно занимаете, и в следующий раз, возможно, получится и выше. Поэтому хотел бы вас поблагодарить за прошлые матчи, за эту серию в целом, ну и пожелать успехов как в личных начинаниях, так и в компетитив доте. Да, спасибо большое за такие прекрасные слова. Также я хотел бы передать привет Наде, Надежде, которая устроила нам майндсет. Спасибо, Надежда. И вообще спасибо всем зрителям, болельщикам, кто болел, смотрел за командой Борщ, за в целом всем турниром. Спасибо вам большое. Ну и до новых встреч. Да, всем пока. Спасибо. Пока-пока.